Эту жуткую рекламу показывают по всей Японии. Мужчина очнулся в лесу, где увидел странного человека без лица в костюме. Он испугался и со всех ног начал от него бежать, пытаясь понять, как он вообще здесь оказался. И вот, наконец, ему удалось скрыться от монстра и немного отдышаться. И тут внезапно появилась девочка, и он снова бежит. Пролезает под деревом и видит женщину с той же самой девочкой с куклой без лица. Парень не выдерживает и начинает кричать. Дает дёру и натыкается на проезжую часть. Начинаются вспышки и обрывистые воспоминания. И вдруг позади себя он слышит чьи-то голоса. «Сынок, ты нас не узнаешь? Почему ты от нас убегаешь? Пойдем с нами». Мужчина осознает, что это его семья, и тут снова вспышки. Он оказывается перед зеркалом, в отражении которого он не увидел и своего лица тоже. Это была социальная реклама о безопасности во время езды на машине.